Всем привет! Я рад вас видеть на канале Дэнни Хелл. И сегодня я распакую несколько посылок с магазина Озон. Давайте начну с одной упаковки. Распакую, посмотрим и перейдем к другой. Ну, во-первых, вы думаете, что я мог здесь заказать на 10 килограмм? Наверное, думаете, а может и не думаете. Кстати, упаковка вся помятая пришла. И вуаля! В данной коробке у меня две бутылки воды 5-литровой фрутоняня и две вот такие вот машинки. Ай! Байки и поле. Машинки металлические. Заказал в подарок. Они по очень хорошей акции шли. В общем, знаю, что детям нравится. Поэтому заказали на Озоне на подарок. И вот. Водичка фрутоняня. А теперь давайте перейдем к следующей моей посылке. Эта коробка тоже погнутая, как видите. Но, надеюсь, внутри все цело. Сейчас, соответственно, открою и посмотрим. Поэтому отправление у меня пришел вот такой вот автобус из Робокара Полли для хранения машинок. Так как я брал в подарок, то открывать сейчас не буду. Но по картинке мы видим, что здесь вмещается снизу 4 маленьких машинки и сверху 3. Вот таких вот. В общем-то, сделано все достаточно добротно. Вот такой вот. Такая вот переноска. Докупил в этом же отправлении вот такой вот вертолет Хелли. И вот такой вот строительный бульдозер Брунер. Кстати, стоит отметить, что вот эти вот модельки все выполнены из металла, и внешнее качество у них очень приличное. А с учетом, что это все это бралось по акции, то, соответственно, взял вот такое вот еще учебно-игровое пособие. Называется «Логические блоки Диньеша». Что представляет собой этот материал? Набор логических блоков состоит из 48 объемных геометрических фигур, различающихся по форме, цвету, размеру и толщине. Таким образом, каждая фигура характеризует 4 свойствами: цветом, формой, размером и толщиной. Фирма Корвет предлагает вам учебно-методический комплекс игровых материалов к логическим блокам Диньеша. И вот перечисление, какие рекомендуются задания. Вот, соответственно, если вы покупаете вот эти вот блоки, вам нужно будет дидактический материал, как с ним, по ним заниматься. Надо будет собирать вот такие вот фигуры. Маленьких.
Давайте откроем сами блоки, при том, что коробка-то, в общем-то, и не запакована. Что у нас? Знакомьтесь, новый игровой материал, логический Коран и альбомы к нему. Надо будет посмотреть инструкция. Здесь, как видите, небольшие игры есть. Это вот то, что предлагает Корвет. И вот сами блоки. Блоки выполнены из достаточно плотного полиэтилена. Набор фигур. Ну вот все, как видите, все у меня закончилось. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, до новых встреч, пока!